Друзья, если вы не верите, вот такая у нас погодка в Краснодаре. Так что мы никак не могли снять это на улице. Извините, пожалуйста. Всем привет! Вы на канале Best Basketball! Друзья, сегодня у нас просто бомбезный ролик. Космический ролик. Офигенный ролик. Внимание, это! Вы, наверное, долго этого ждали. Вы думали... Чё, всегда на канале будет стритбол этот, да? Чё, всегда вот это все одно и то же будет? Нет, нифига подобного. Вы этого не думали и не ожидали, но вот... Вы вот на экране, да, уже. В общем, давайте не будем медлить. Это рубрика «Интервью у профессионального баскетболиста». Ну, или же просто баскетболиста. Мы должны включить профессионального. Да. Поэтому, ребят. Интервью у баскетболиста Владислава Трушкина. Профессиональный баскетболист, выступающий за команду в Мюнхене сейчас. ПК «Зенит». Позиция тяжелый форвард и полузащитник. Сейчас он ему 27 лет, а получается родился он 5 мая 1993 года в республике Татарстан. Сейчас вы видите его офигительные хайлайты. Если вы не верите, что это... он круто играет, если вы не верите в итоге, ну что? Ну он вообще говорит вот это, что он провел 100 матчей в этой лиге. Вам ничего не говорит, да? Если вам даже это что-то говорит, то просто посмотрите на эти хайлайты и вообще сами убедитесь. Погнали! Я думаю, да. Я тоже так думаю. Ну и сейчас вы увидите интервью, то самое интервью. Для чего мы это сделали? Мы хотели узнать об этом баскетболисте чуть-чуть поподробнее. Вы понимаете, мы же не можем задать, например, Леброну Джеймсу вопрос или Энтони Дэвису. Расскажите свою баскетбольную жизнь. Да, нет, мы не можем, мы можем только Википедии. А тут? Вот таким ребятам, да и смотрите, даже в Википедии не всегда бывает правда. Может быть, что-то на это сплюгасили. Поэтому мы спросили у самого Влада Трушкина, это лично мы спросили у него, чтобы он нам кратенько, но рассказал про свою баскетбольную карьеру, цели на будущее. В общем, вы сейчас все сами видите. Вот это самое интервью. Привет, меня зовут Влад Трушкин, я форвард баскетбольного клуба «Зенит». Тут нужно ответить на несколько вопросов. Первый – это как пришел в баскетбол, то у меня просто спортивная семья, видел, как играет мой отец. И, наверное, из-за этого появилось желание прийти и играть в баскетбол. Порядка 19 лет уже занимаюсь им. Играл за разные команды. Так. Прежде всего, это сначала детская спортивная школа в Казани. Потом уже переехал в спортивный интернат в городе Видное, оттуда в Динамо Москва, потом получается Спартак Приморье, после Спартака Приморье был Красноярский Енисей, потом играл один год дома в Казани за Уникс и вот два сезона в Зените. Наград, к сожалению, не так много, но такие яркие, это, наверное, серебро чемпионат Европы до 18 лет и бронза чемпионат мира до 19 лет. Как-то так. Целей много, это очень долго рассказывать. Основная цель – это играть, быть полезным на площадке. Как-то так. Ну что, друзья, надеюсь, вам очень сильно понравился этот ролик. Потому что ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.
Мы очень сильно мотив просто, мы так волновались, потому что вдруг не ответят, вдруг ответят. Ну, половину баскетболистов, скажем, сразу не ответили. Один баскетболист вообще сказал, что ему это неинтересно. Поэтому, ребята, очень классно, что Влад Трушкин согласился на это все, потому что это для нас очень важно. Тем более 100 матчей в этой лиге. Это тоже очень много. И, ребята, что пожелает эта рубрика? Если вам ролик понравился, вы должны писать свои вопросы. Обязательно, вопросы обязательно. Самые такие крутые, вот прям баскетбольные вопросы. Даже если вы хотите спросить, там, в какие игры играете, если вы хотите спросить, чем вы занимаетесь, например, чем вы занимались на самоизоляции, мы это все вставим. Так и что, самые креативные вопросы мы вставим, спросим. Так что сразу надо вопрос, хороший вопрос, интересный вопрос. Надеюсь, вам понравилось. Ссылка в описании на инстаграм Владислава Трушкина вы увидите в описании. Ссылка в описании на Зенит и также ВТБ Лигу. И ютуб канал у них есть, кстати. Да, очень прикольный. Зацените. Так что всем удачи. С вами был канал Best Basketball. Всем удачи. И всем пока!